Мой кандидат, безусловно, Эдгар Сависар. Несравнима кандидатура Кадри Симпсон с ним. Кроме того, как я уже сказала, наша партия – это очень хорошо действующий интеграционный проект. А имя Кадри Симпсон, к сожалению, пока не так много говорит русскоязычным избирателям. Ну, из Нарвы, где вы баллотировались, там все-таки поддерживают именно ее кандидатуру. Как вы могли это прокомментировать? Решение о поддержании кандидатуры Кадри Симпсон было принято в направлении. Центристы нарвские узнали об этом из газет. В организации там 410 человек. И выдавать это за мнение нарвских центристов, в общем, неприлично.